депрессия. Депрессия — это нормально. Вот, особенно сейчас, когда на улице осень и после лета стало холодать. Вот, и ужасно не хочется выходить из дома, а нужно дойти там на учебу, на работу и еще куда-нибудь. А так хотелось бы немножко посидеть, отдохнуть, да, посмотреть сериальчик, выпить чашечку горячего какао. Да. Ну а что, ничего не поделаешь, да, ведь это все-таки время года. И как ни крути, везде есть свои плюсы, понимаешь? А что, какие плюсы в осень? Не, ну, есть определенные плюсы, например, есть осенние каникулы, да. Например, осенью действительно можно иногда... Ой, подожди, немножко у тебя что-то. Давай тебе чуть-чуть беру. Все. Да ну, какая-то букашка, все. А, так вот, смотри, осенью удобно расположиться на диванчике, теплым укрыться пледом. Классно ведь, правда? Выпить чашечку горячего чая или какао и почитать, просто посидеть книжку. Или же где-то сериальчик какой-то посмотреть, да. Забить на всех, на все и просто расслабиться. Вот. Поэтому давай, наверное, будем с тобой искать во всех вещах позитив. Если этого не делать, поверь, мой друг, если этого не делать, то жизнь будет, она вообще сплошным негативом, понимаешь? Потому что, смотри, везде и постоянно нас окружают стресс. Стресс нас окружает и... в чем-то находить гармонию и какие-то
Серьезно, ничего такого, просто следи за руку.
всю-всю-всю негативную